Гостевой дом «Камелия» располагается в Адлере. К размещению предлагаются номера различной вместительности с кроватями, шкафами, набором чистых полотенец, доступом к Wi-Fi и телевизорам. В ванной комнате есть душевая кабина, где вы можете освежиться после тяжелого дня. Предоставляется холодильник, а поесть в течение дня можно в ближайших ресторанах «Ла Веранда» и «Эко-дом Адлер». Недалеко от гостевого дома располагается протяженная набережная с обустроенными пляжами и магазинами, океанариум Сочи Discovery World Aquarium и смотровая площадка с видом на город и море. Обязательно погуляйте по окрестностям, и вы найдете для себя еще не менее интересные места. Расстояние до аэропорта Сочи – 5,1 километра, расстояние до железнодорожного вокзала Адлер – 3,6 километра.